Ребятушки, в этом видео покажу вам, как играть в игру зомби против растений или растения против зомби. Я думаю, все вы видели эту игру. Там где-то в ТикТоке, в Ютубе, в нарезочках. Ну и вообще, вот это вот мозги. Прикол. Значит, я уже прошел какие-то уровни, да? Так, у меня сейчас новый уровень пол, который в бассейне. Давайте при вас покажу, какой тактикой я пользуюсь. Так, ну, конечно, недостаток. У меня бесплатная версия, поэтому, соответственно, тут много рекламы. Я их все пропускаю. Так. Ну, выключаем. Так, уровни с бассейн. Для меня это новые. Sleep during the day. Так, там была небольшая инструкция. Вот эти зомби будут меня атаковать. Так. Значит, я знаю, что в водных уровнях надо использовать вот это. Блин, забыл, как она называется. Лилия, что ли? Нет, не лилия. Так, а что, это нельзя выбрать? Ну, тогда выбираем вот это и вот это. Значит, смотрите, у меня тактика такая. Первоначально я максимально наставляю подсолнухов, а подсолнухи позволяют, ну, генерировать вот эти наши очки. То есть вот у меня солнечный уровень, сейчас от солнца я получаю 25, и каждый подсолнух мне приносит тоже через какой-то промежуток времени вот эти солнышки, то есть по 25 очков. И поэтому я, скажем так, сначала обеспечиваю себя экономикой, экономику закрываю. Так, ага, начинают уже идти зомбаки. Так, сейчас мне надо. Так, и я, наверное, провтыкал момент. Вот этот посадим. Это сильный цветок, съедает зомбаков. Так, давайте. И давайте вот этот замедляющий. Синего цвета зомби медленно идут, но кроме того, что они медленно идут, он еще и атакует. Так, видим, меня атакует. Еще один. Сейчас мы еще один замедляющий посадим. Так, ну давай. Окей. Сейчас давайте вот тут на экономику пойдем. В общем, смотрите, когда тут экономика будет развита очень хорошо, то мне никаких зомби уже можно будет не бояться. Так, смотрите, пошел зомби вот в такой вот шляпе. Тут мы его двустрелом будем атаковать. То есть есть цветки, которые стреляют по одной за выстрел. Я сейчас использую те, которые по два за раз стреляют. Так, опять же, не забываю про экономику. Сажу подсолнухи. Так, вот сюда посадим еще лилию. Я действую по своей тактике. Вот смотрите, у меня полностью два ряда подсолнухов. Теперь обеспечим, скажем так, военное превосходство. Так, где у меня нет? Вот здесь посадим. Так, вот сюда можно
сюда. Видим, у меня уже две линии обороны, так сказать. Так, вот так вот есть. Если две линии обороны, то можно уже ничего не бояться. И смотрите, сколько у меня денег, да? Так, сюда двустрел. Так, сюда подсолнух. Так, окей, что? Сейчас будет большая волна зомбаков. Подготавливаемся. Сюда замедляющий. Замедляющий. Смотрите, сколько у меня денег, да? Так, окей. И мы какой-то получили новый тип оружия. Це пристрій для гри в хованки. В ньому можна ховати їжу, щоб собака могла їсти повільно, а також його можна наповнювати різними запчастями. Так, какая-то реклама. Давайте сейчас еще один уровень покажу. Вот у меня уровень с бассейном. Я давлю play. Так, естественно, какая-то рекламка у нас. Смотрите, вот это на меня будет атаковать. Сейчас я выбираю, да, какие мне доступны будут оружия. Всегда выбираю, конечно, солнышко, чтобы обеспечить экономику. Вот этот замедляющий двустрел беру. Так, вот эта кувшинка нам надо. Вот это какое-то новое оружие давлю. Хочу его посмотреть. Вот этот. И картошка. Все, жмем play. Опять же, по нашей тактике. Вторым рядом ставлю солнышки. Вот оно уже начало себя окупать. На последний ряд вот эти буду ставить тех, кто стреляет. Так, ага, зомби пошел. Все, сейчас мне уже надо набирать деньги на стрелка. Так, давайте еще два солнышка надо. Раз. Два. Берем замедляющего. В общем, самое главное вот обеспечить себе экономику. И тогда мы будем себе позволять уже остальное. Так, 125. Давай, еще мне надо два солнышка, будет 175 очков. Окей, берем. Так, теперь нам надо вот эти лилии, чтобы солнышки туда садить. Так, нет, так есть. Да, кстати, обратите внимание, вот это стоят газонокосилки сзади, это, скажем так, последняя линия обороны. Когда до нее доходят, они вырываются в бой и убивают всех. Но если вы их провтыкаете, то уже потом будет проблема. Так, окей, смотрите, что я сделал. Вот тут поставлю лилии себе, но пока их использовать не буду. Так,
Давайте этот цветочек влепим. Так, какой-то загадочный. Так, не, надо сейчас катушку поставить. Функция катушки, то, что ее долго едят зомбаки. И за это время, пока они ее едят, ну, скорострелы наши поубивают их. Так, давайте их сюда поставим. Так, ну у нас тактика уже выстраивается хорошая. Так, полных два ряда солнышек у меня есть. А значит, пора думать о нападении. Двустрелов ставим. Угу, вот он водный пошел. У меня уже лилии готовы. Так, ну так как пошел по одному, думаю, сейчас по второму пойдут. Так, давайте сюда. Так, вот это зомби ест моего двустрела. Вот это, смотрите, атака пошла, да? У меня, смотрите, задний ряд стреляют замедляющими, то есть зомби становятся синими и медленно идут. А потом включаются двустрелы, которые атакуют вот так вот конкретно. Вот по пути успеваю немного экономику развивать, то есть сажаю подсолнухи. Вот это видим, зомби идет с ведром на голове, то есть у него усиленная защита. Смотрите, как у меня экономика уже обеспечена, да? Давайте еще один ряд экономик вот, и обороны поставим из вот этих поедающих цветов. Они первого зомби любого съедают. Ну, смотрите, экономика. Тут у меня 400 очков, да? Причем только успеваю собирать эти солнышки. Так, еще смотрите, вот эта лопата, можно убрать вот эту картошку и посадить сюда солнышко. Вот такая вот у меня оборона. Ну и все, можно теперь вообще ничего не делать. Гляньте, как все обеспечено. Ничего покупать не буду, просто будем собирать. Сейчас уже высветится сообщение, что это последняя атака. Ну, гляньте, никто даже до этих не может дойти. То есть мне достаточно вот этих синих стрелков и зеленых. Вот 1000 очков. Можно еще один ряд солнышек посадить. Но уже сейчас конец уровня, не буду этого делать. A huge waste of zombie is approaching. Давайте следующую волну зомби посмотрим. Final Wave. Последняя волна. Причем видели... А, вот эти вот, смотри, есть еще, смотрите, бегуны. В защите вот этого американского футбола. То есть
Их там не просто убить, но смотрите, у меня вот, вот этот поедающий цветок. Сразу его убил. Ух ты, и сейчас у меня будет трех стрелы. Так, ладно, ребят, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.